Сотрудники полиции задержали предполагаемых нарушителей, обвиняемых в вандализме. Ими оказались четверо молодых людей, студентов из Ульяновска и Казани. В нетрезвом виде они ездили по центральным улицам, нарушая правила дорожного движения. Один из нарушителей испортил фасады торговых центров и завода. 1999 года рождения. Вчера в состоянии алкогольного опьянения написал на здании центрального универмага и на здании торгового центра «Аквамолл» краской надписи, которые содержали нецензурную брань. А на здании УАЗа просто нарисовали. В настоящее время один из молодых людей признался содеянным и уже допрошен в качестве подозреваемого. В отношении водителя автомашины госавтоинспекторами составлено 11 административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.